Компания «Эврика» радует шымкентцев памятными подарками. Алгоритм очень простой. Для этого нужно подписаться на Instagram «Эврика Казахстан» и зарегистрироваться в приложении «Эврика Смарт». И вы автоматически становитесь участником беспроигрышной лотереи. 52-летний Ержан Анугайбаев участвует в Шымкент-марафон в третий раз. Мужчине повезло выиграть фирменную бутылку в беспроигрышной лотереи. Спасибо «Эврике», партнеру Шымкент-марафона, нашему супермагазину. Спасибо за его розыгрыш, таких призов. Как раз вот такая бутылочка мне нужна была. Популярный Шымкент-марафон растет с каждым годом. В этом году мероприятие привлекло рекордные 6 тысяч участников, что подчеркивает его значимость для любителей бега и активного образа жизни. Марафон предоставляет участникам возможность не только продемонстрировать свои спортивные достижения, но и выиграть ценные призы, включая медали, грамоты, спортивные аксессуары и подарочные сертификаты от компании «Эврика». Это у нас седьмой Шымкент-марафон. Его история началась в 2018 году, и первый год у нас бежало, там даже не было 1000 участников. В этом году у нас 6000 участников, география проекта расширяется, к нам приезжают люди более 100 городов и населенных пунктов Казахстана и зарубежья. Призовой фонд у нас очень хороший, 14 миллионов тенге. Житель Алматы Игорь Кравчук регулярно принимает участие в Шымкент-марафон. Как отмечает мужчина, для него самое важное – это участие. Наслаждение атмосферой, соревнования и возможность испытать себя. В этом году спортсмен бежит вместе с супругой. Ну и когда соревнуешься с собой, бежишь в группе людей, всегда приятно, прекрасно себя ощущаешь. Эйфория, адреналин. С 2016 года компания «Эврика» играет ключевую роль в популяризации «Шымкент-марафон». Сотрудники одного из ведущих магазинов бытовой техники своим примером способствуют пропаганде активного образа жизни. В этом году около 100 сотрудников компании также приняли участие в марафоне. Поддержка данных мероприятий очень важна, потому как здесь нужно давать людям возможность понять, насколько важно вести здоровый образ жизни, поддерживать физическую форму. Гости также сейчас все больше и больше приезжают в Казахстан участвовать в спортивных мероприятиях, что тоже отражается позитивно на республике. Шымкент-марафон продолжает развиваться, привлекая все больше любителей бега и становясь важной частью спортивной жизни города. Организаторы и спонсоры марафона ежегодно внедряют новые инициативы, чтобы улучшить условия для участников.